Ульяновские меломаны имели счастье видеть маэстро Фабио Мастранджело в нашем городе за дирижерским пультом несколько лет назад. А осенью прошлого года горячо аплодировали японской скрипачке Маюко Камио. Но вместе на сцене Ленинского мемориала они выступят впервые. Концерт пройдет 17 марта в рамках 56-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что очень ожидал этот концерт, потому что солистка очень меня известна, и жена моего хорошего друга Мирослава Култышева, который со мной открыл сезон моего театра недавно, ну, в сентябре прошлого года, и игравший, исполнявший второй фортепианный концерт Рахманинова. Так что я знаю, что она шикарная скрипачка. Фабио Мастранджело – итальянец по происхождению, уже 18 лет живет в России. Его называют самым известным итальянцем в музыкальных кругах нашей страны. Творческая энергия маэстро не знает границ. Маюко Камио родилась в Японии, но тоже много лет живет в России. Она находится на взлете своей музыкальной карьеры, приобретая все большую известность в музыкальном мире. Чайковский всегда хорошо слушается для детей. Взрослые, любители, матеров, это всегда очень хорошо, потому что это грустно, но в грустности есть какая-то, не знаю, сладкость, и жизнь не такая, наверное, и вот Чайковский очень искренний. Во время вечера прозвучит третья симфония Рахманинова, написанная композитором на чужбине. Она пронизана страстной любовью к родной земле. Это произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин и один из итогов его творчества. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.